Самое время для местных новостей. С вами Каролина Стрельцова. Здравствуйте. С Днем знаний. Как мама двоих школьников, поздравляю вас всех с началом нового учебного года. Желаю новых открытий и ребятам, и их родителям. А вот ученикам Богатовской школы Белокалитвинского района в новом учебном году будет учиться и проще, и веселее. Этим летом у них появилась устойчивая мобильная связь и интернет. Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь и сделали ее интереснее и разнообразнее. Всевозможные гаджеты, мобильная связь, сеть интернет и прочие блага цивилизации прочно закрепились в повседневной жизни человека 21 века. Однако в хуторе Богатов Белокалитвинского района сигнал сотовой связи не был постоянно устойчивым, что очень огорчало хуторян. Исправить положение поручил глава Донского региона Василий Голубев. И вот благодаря взаимодействию органов местной власти и операторов связи МТС более 600 жителей хутора получили возможность пользоваться качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом. Жители хутора Богатов неоднократно обращались в администрацию разные инстанции по установке вышки сотовой связи в хуторе Богатове. И благодаря решению губернатора Ростовской области в этом году мы совместно с администрацией района и оператором сотовой связи МТС установили вышку, установили оборудование сотовой связи. Поэтому в прошлом учебном году очень трудно было проводить онлайн-уроки и связаться с учащимися или родителями. И вот накануне нового учебного года в хуторе большая радость, устойчивый интернет и мобильная связь. Мы благодарны всем, кто содействовал этому. Возможности быть всегда на связи и получать свежую информацию посредством интернета обрадовались как взрослые, так и дети, которые, как известно, самые продвинутые пользователи. В хуторе появился интернет, можно смотреть мультики и играть, смотреть кино, и школьная программа теперь доступна. Оператор мобильной связи МТС не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшее время жители хуторов Насонтов, Романов и Усть-Быстрый получат возможность держать руку на пульсе мировых событий и общаться по устойчивой мобильной связи. Пандемия показала, что мобильная связь очень важна для нас и для всего современного человечества. К сожалению, многие населенные пункты Ростовской области не имеют покрытия мобильного высокоскоростного интернета. Поэтому компания МТС ежедневно работает над тем, чтобы улучшить покрытие сети во всех городах и хуторах Ростовской области. Галина Орлик, Сергей Сорочинский, Максим Ковердынский специально для программы «Время местное». Что год грядущий нам готовит? Учебный, разумеется. Как с сентября по июнь будут сеять разумное, доброе, вечное? Решали учителя в Донецке. И приняли в свои ряды новичков. В Донецке состоялась традиционная августовская педагогическая конференция. Это площадка для профессионального общения, возможность поделиться с коллегами своими успехами и достижениями. Обсудить трудности и проблемы, которые не могут не волновать, определить перспективы на будущее. В начале мероприятия ко всем присутствующим обратилась заместитель главы администрации по социальным вопросам. Она поприветствовала присутствующих, пожелав плодотворной работы, успешного начала нового учебного года. С докладом об итогах работы учебного года выступила заместитель заведующего отдела образования Капранова Галина Владимировна. Год действительно был нелегким, но он был нелегким не только для системы образования нашей, он был нелегким для всей страны, для всех сфер нашей экономики. Но я хочу сказать, что мы достойно как бы вышли из всех неприятностей, из всех трудностей. И я надеюсь, все будет нормально в новом учебном году. Участники конференции приветствовали новоиспеченных учителей и воспитателей, которые пришли в этом году покорять вершины педагогического мастерства. Я надеюсь, что у нас будут положительные результаты. Я надеюсь, что мы, возможно, какие-то достижения добьемся. Хочу, чтобы не было у нас вот этого дистанционного обучения, а только вот очное обучение. Надеюсь, что с детьми мы найдем общий язык, вот, потому что опыт работы с детьми уже был. И только вперед. Ну, я думаю, то, что я задумала, оно все это сбудется и до конца учебного года. Ну, планы наполеоновские. Наполеоновские, да. Традиционно на мероприятии оглашают лучшую школу по итогам прошедшего учебного года. В этом году победителем стала школа номер 4. Алексей Масленников специально для программы «Время местное». Внимание, дети! В Матвеевом кургане автоинспекторы привлекают школьников к акциям по безопасности дорожного движения.
В рамках акции «Внимание, дети!» отделением ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Матвеево-Курганский совместно с отрядом ЮИТ Матвеево-Курганской школы номер 1 проведено профилактическое мероприятие «Безопасный переход». Вот, в рамках этой акции мы будем раздавать листовки, раздавать это разрешающие элементы и вот рисовать на трафаретах перед пешеходными переходами вот такие надписи. Поможете мне? С помощью трафарета специальной краски нанесены предупреждающие надписи «Посмотри по сторонам» и «Убедись в безопасности перехода» вблизи места массового пребывания детей на улице Гагарина, поселка Матвеев, Курган. Также участникам дорожного движения раздавались памятки и светоотражающие наклейки. Здравствуйте. У нас проходит акция «Юные инспектора. Внимание, дети! Соблюдайте правила дорожного движения. Вот вам смайлик и памятка». Хорошо. Спасибо. Спасибо. Счастливого пути вам. Спасибо. Александр Гайко, Виктория Хруцкая. Специально для «Время местное». Да, дорога не терпит беспечности. В Новошахтинске выявляли нарушителей мотоциклистов, среди которых нередко встречаются и подростки. За последнее время в Новошахтинске произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. К сожалению, есть погибшие. А как правило, мотоциклами управляют молодые, здоровые, красивые люди, за которыми будущее. Почему родители не задумываются, что покупая подростку мотоцикл, мопед или скутер, они сами подвергают опасности собственного ребенка? На дороге мотоциклисты развивают большую скорость, при которой отреагировать на препятствие на пути практически невозможно. И вот результат. На территории Ростовской области проходит декадник безопасности дорожного движения. А также началась широкомасштабная областная акция «Внимание, дети», приуроченная к началу нового учебного года. В рамках данных мероприятий отделение ГИБДД совместно с уполномоченными участковыми, а также сотрудниками по делам несовершеннолетних проводятся рейды. Несовершеннолетний нарушитель ПДД, мотоциклист, а также ребенок-пассажир. В городе Новошахтинске с начала года произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, из них которых 5 погибло и 14 человек пострадало. 4 получили травмы несовершеннолетние. Также в августе у нас произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта, в результате которого 2 человека погибло, 2 получили ранения. Из них один несовершеннолетний. Сотрудники ГИБДД совместно с общественностью, службой участковых инспекторов и инспекцией по делам несовершеннолетних проводят рейды по улицам города. Сейчас, в летнюю пору, мотоциклистов очень много. Многие не только не защищены мотошлемами, но еще и лихачат на дороге. На нарушителя правил дорожного движения составляется протокол, а отвечать за подростка, совершившего нарушение, придется родителям. Поэтому хотелось бы предупредить всех участников дорожного движения при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам в районах образовательных организаций строгое соблюдение правил дорожного движения. Телекомпания «Несвятая» специально для программы «Время местное». Водный дракон. Каменские гребцы получили ценный подарок – 10-местную спортивную лодку. Каменские гребцы известны далеко за пределами родного города. Талантливые спортсмены не раз занимали призовые места на различных соревнованиях. Теперь их результаты станут еще лучше. В четверг гребная база нашего города получила ценный подарок – 10-местную лодку класса «Дракон». Это знаменательное событие произошло. В наш город приехала лодка «Дракон десятка». Это олимпийский вид спорта. Каменская команда показывает очень хорошие результаты в этом виде спорта. Хотя мы даже на ней не тренируемся, ну, как бы мы выезжаем изредка. И вот последние два первенства были областных. Мы занимали третье, второе место. И областная федерация гребли на байдарках и каноэ приняла решение передать нам, для того, чтобы поддержать каменских спортсменов, для того, чтобы наши результаты были еще и лучше. Скажу больше, мы отобрались на первенство России по результатам участия в последних соревнованиях. Вот это событие даст очередной толчок к развитию гребли в нашем городе. Гребля и так один из самых титулованных видов спорта, да, вот у нас чемпионов
чемпион за чемпионом и за чемпионом. А так, я надеюсь, у нас чемпионов станет еще больше. Теперь грибной базе предстоит укомплектовать новую лодку веслами, и можно начинать тренировать новых чемпионов. Огромную благодарность мы бы хотели выразить областной федерации и Александру Костоглот, и Петрову Андрею за то, что помогли с лодкой. Единственное, нам теперь осталось здесь насобирать денег на весла. То есть весла была договоренность такая, что весла мы приобретем самостоятельно. Получение новой лодки «Дракон» – это первый шаг к возможности проведения областных соревнований по гребле в нашем городе. На данный момент ведем переговоры и, возможно, нам дадут еще вторую лодку. И вот если у нас на базе появится вторая лодка, то мы сможем в Каменске организовывать областные соревнования по гребле на лодке «Дракон». Елена Письменская, Леонид Киселев, ТРК «Каменск ТР». Специально для программы «Время местное». Цифровая культура. В Донецке открылся виртуальный концертный зал. Подробности в сюжете Алексея Масленникова. В рамках национального проекта «Культура» в Донецком городском историко-краеведческом музее состоялось открытие виртуального концертного зала, рассчитанного на 130 зрителей. Инновация стала результатом победы во всероссийском конкурсе в рамках федерального проекта «Цифровая культура». На оборудование зала современной мультимедийной аппаратурой, позволяющей в высоком качестве отражать культурные события мирового и российского масштаба, из федерального бюджета был выделен 1 миллион рублей. Право разрезать ленту было предоставлено главе администрации и директору музея. Это действительно соприкосновение именно с живым, потому что каждый человек, который играет там, будем находиться в Москве или в другом месте концерта в Ростове, он передает именно то, что он хочет передать именно в этот момент. Поэтому у вас действительно с большим праздником, датчане, и действительно почаще посещайте, почаще слушайте теперь эти концерты, и дай Бог хорошего, это хорошая новость для нас. Всероссийский виртуальный концертный зал – масштабный проект, благодаря которому жители города получат возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Новое направление деятельности позволит существенно расширить аудиторию посетителей музея, создав тандем исторических краеведческих познаний с музыкальным достоянием страны. Я уверена, что здесь собрались заинтересованные люди, для которых музыка – это не просто увлечение, это для некоторых профессия, для некоторых это любимое дело. И я надеюсь, что вот нынешняя аудитория станет основой создания в нашем городе сотрудничество, содружество музыкальных любителей музыки. Первая трансляция в Донецке была посвящена 180-летию великого русского композитора Чайковского. Зрителям был представлен концерт «Сиюты и симфонии». Открытие зала стало подарком горожанам к 65-летнему юбилею Донецка, а также 15-летию городского историко-краеведческого музея. Алексей Масленников, специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Встретимся в четверг на этом же месте в это же время. Время местное.